В Иркутске в отношении одного из фигурантов уголовного дела о мошенничестве при строительстве путепровода возбуждено еще одно уголовное дело. По версии следствия, ко взяточничеству причастен один из высокопоставленных должностных лиц ВСЖД. Якобы он потребовал от руководства мостостроительной организации передать ему через посредника взятку в размере 2 миллионов рублей. Она предназначалась за согласование производства отдельных видов работ на объекте капитального строительства, предусмотренных договором. Решением суда подозреваемый взят под арест.